Свой праздник День города Курск отметил с размахом. Основная часть массовых гуляний развернулась вечером на Красной площади. Поздравить курян съехались гости из 20 городов России, а также Белоруссии и Сербии. В праздничном шоу на Красной площади приняли участие более 3000 исполнителей в возрасте от 3 до 60 лет и еще больше зрителей. Традиционный концерт стал, как обычно, красочным и незабываемым шоу. Хоровые и танцевальные коллективы сменяли сольные выступления. Для удобства горожан концертные номера транслировались и на большом экране. На нем же отображались живописные виды города и анимационные заставки с символикой Курска. Завершился праздник большим фейерверком. Thank you.